на злобу дня в Питере закончилось совещание. Ну, никто там с президентом, ни с кем не, со СМИ не разговаривает. Но РТР, они обязательно меня там за руки схватят. Знают, что я, конечно, не пройду мимо любого там микрофона, какой бы ни был. Но если человек спрашивает, я уважаю журналиста, он мне задает вопросы, я им отвечаю. Вот там накал был игрой, там накал был, лучше вам не слышать, чтобы пришлось друг перед другом извиняться. Что они делают? Они дают то, что я сказал, перепалку эту с Путиным в открытом эфире. А дальше, а Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он там с ним вступил в разговор. Да Господь с вами, я бы ниже своего достоинства посчитал за этим извиняться. Мы извинялись там, вот я перед ним извинялся за то, что я на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми, там же такой... Каша была, Назарбаев начал извиняться, и это действительно было, ну мы извинялись друг перед другом на этом заседании, но они же тонко специально подсунули эту информацию.